Мы стелим на пол теплую, практичную и натуральную трехслойную паркетную доску. Дерево – дуб Венета брошированный. Обратите внимание, мы укладываем доску необычным способом – под углом в 45 градусов. Дело в том, что диагональная укладка позволяет визуально расширить небольшие помещения. Так что, попав в комнату, вы не сразу вычислите ее метраж. Например, наши 14,5 метров на глаз легко сойдут за 20. Второе – пол у нас с эффектом броширования, то есть с декоративными бороздками, а под углом в 45 градусов они наиболее заметны и выразительны. Но есть и минус. Расход материала при такой укладке, конечно, выше.